Друзья, всем привет, с вами, как всегда, Бамбуковый Медведь. Добро пожаловать ко мне в гости. Roblox Anime Fighting Simulator. Так, пушистики, и у нас тут вышли новые коды. Сейчас, конечно же, мы их ведем, ребята. А все для вашего удобства, как всегда, будет в описании. А также мы посмотрим, что здесь поменялось. Капец, мы с подписчиками уже на стримах смотрели, это просто дичь. Как вы знаете, ребята, прилетела плюшка, как говорится, нежданно-негаданно, и заблокировали наш любимый плейс Shinobi Life 2, да, за авторские права. Поэтому все здесь сейчас попоменяли. Вы, капец, вы посмотрите. Смотрите просто, как здесь все, блин, капец, где там у нас это, Наруто, вот, ребята, была Наруто, стала Натура, ребята, тут посмотрите, не Саски, а Сосоки, ну, блин, капец, это просто жесть, короче, суть в том, что они изменили все названия, ребят, заходим, смотрите, чемпионы все тоже, Игачи стал, Джорати, Ямо, это, Мелиу, Одус, капец, ну тут все попоменяли. И, соответственно, все вот эти спешалы, ребята. Теперь у нас это Ишимура One Eye. А как же там называлось? Блин, погодите, я сейчас даже слетаю до туда. Мы сейчас даже слетаем, вы сейчас просто офигеете, как они здесь переименовали Конеки Кена всяких. Смотрите, вот где у нас Гули. Blue Steel, ребята. Был у нас Татара, стал Blue Steel. Можете видеть, да? То, что все названия сейчас все здесь поперековеркивали. То, что разработчики все, конечно, теперь боятся блокировок за авторские права. Так, ну ладно, это у нас уже все, ребята, лирика, как говорится. Давайте, конечно же, мы сейчас посмотрим и введем на новенькие кодики, ребят. Давайте жмякаем вот сюда. Я не знаю, ребят, какие я тут вводил, какие нет. Мы сейчас будем все тестировать. Так, погодите, а где мои это? Так, миллион, 109 тысяч, короче, да? Нифига себе я тут нафармил. Нормально, мы тут постояли, да? Побегали, пофанились. Так, заходим, ребята. Заходим и будем вводить кодики. Так, первый код rename. То есть все переименовали, ребята. Отлично. И мы получаем какие-то плюшки. Ну, в основном все вот эти, ребята, Чикару, гемы вот эти, да? Так, вот это код я получал. Нет, ребята, не знаю. Нет, тоже новый кодик, отлично. Так, а вот это вводил я, не вводил? Нет, третий код, ребята, смотрите, все работает. Обалдешечки. Ого, четвертый код, ребята. Пятый код. Пятый код, нифига себе. А вот это все остальное, по-моему, мы уже вводили. Да, это я вводил, ребята. И вот это мы вводили. Да-да-да. Но я, ребята, оставлю вам, как всегда, для удобства все в описании, для того, чтобы вы и старые кодики могли ввести. То, что мало ли, кто-то вводил, кто-то не вводил и так далее. Так, а давайте посмотрим, сколько 109 у нас было. И стало у нас 123. Это что получается? 14 тысяч, да? 14 тысяч на халявку нам отвалили. Правильно я посчитал? 8 минус 9. Ну, примерно где-то так у нас, да, ребята? Но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Ну, вот это просто дичь. Вы просто посмотрите, как здесь все написано. Был Луфи, стал Флуфи. Эх, в непростые времена мы, ребята, живем. В непростые времена. Ладненько. Не будем о плохом, конечно, только о хорошем, ребят. Все будет хорошо. Вернуть Shinobi Life, скоро будем фаниться с вами играть. Вводите кодики, ребят, пока не активны, потому что в скором времени эти коды все прикроют. Ну а с вами был Бамбуковый Медведь Капанда, ребята. Берегите себя и своих близких. Увидимся совсем скоро на просторах Roblox. Всем жму лапу и всем пока-пока.